Дорогой дачник, сегодня у нас 17 августа 2022 года. Ну и вот продолжение про деборал. Вот это растение слабо растет, вообще слабо. Я уже объяснял свои предположения. На углу смотреть уже растение под крышу. И вот уже нижние грозочки начинают созревать. Это у нас восточная стена. Так, теперь мы переходим к двум делянкам у южной стены. Это вот, короче, вот они. Я сегодня приехал, вот во второй делянке два растения валялись на земле. Ну, то есть даже двойной шпагат не выдерживает вот нагрузку такую. Ну, тут, естественно, и солнце, ультрафиолет на шпагат действует, масса самого растения и помидорин. В общем, тут и все к одному, как говорится. Смотрите, ну, начинают зреть, оббирать надо уже. Вот, смотрите. Ну так ничего, мы деборал любим. О. Они такие, ну, тверденькие, хорошенькие. Смотрите. Ну и что? Да пойдет, правда? А до конца августа, ну там может быть еще там, сентябрь будет теплый. Фу-ху-ху. Вырастут и делать нечего. Вообще вот это убойный сорт, конечно. Вот смотрите, ну вот они как падали в грязи, в пыли. Ну не побились, не побились. Так. Вот, смотрите, даже вот натреснутые помидорины, да, не преют, не гниют, ничего с ними не делается. Вот эти сами трещины высыхают и затягиваются. Это вот все действие полезных микроорганизмов, которыми я опрыскиваю. Ну и помидоры, и все растения на нашем дачном участке. Вот такие дела у нас, короче. Так, смотрите. Так, это вот угловое растение. Ну, его можно отнести и к южной стене. А вот у нас западная стена. Сейчас я подальше отойду. Смотрите. Вот тут растение уже переросло саму крышу. Ну, где-то примерно 3 метра сейчас. Они эти тоже подтягиваются, понимаете, тут все к одному. Ну и зреть начинают. О, и зреть начинают. Грозочки так небольшие. Да пойдет, я так думаю. Смотрите, сейчас оббираю я, ну, вот эти бурые, спелые. И это даст возможность зеленым помидоринам расти и созревать. Вот, вот такие у нас, короче, дела. А, вот еще 6 растений в виноградной шпалере, где нет саженцев винограда. Но тут, конечно, послабее. Вот
рядом со стенами сарая все-таки растения выше. Ну вот здесь немножко пониже. Ну тоже неплохие, смотрите. Ну так ничего. Сейчас я тоже здесь оборву. О. И пусть зеленые растут, подрастают. Ну там есть и цветки, и зависть есть. Ну, в общем, вот такие дела у нас на сегодняшний день. А так вообще вот симпатичные, правда? Так, ладно. Напомню, сегодня 17 августа 2022 года. На связи был Сергей Дьяков с нашего дачного участка. Все, пока-пока.